наших прекрасных хозяюшек, которые нам справляют эти дни рождения, и нашего прекрасного маэстро Вадима, который приносит нам столько радости. Спасибо вам большое. Вот Илюша, а где он? Он ушел? Илюша, а, здесь. За завтраком говорит, в Доре самый хороший муж. Как-то он так выразился. Но а Дора сидит рядом со мной и говорит, с кем не живешь, того не знаешь. Фима, это просто Илюша, это он вам завидует, что у вас такая жена. Вот он поэтому такие вещи говорит. Ну вот, это нам правильно сказал. Так, Илюша, когда появится у тебя девушка на примете, приведи ее к Доре, пожалуйста. Пусть Дора ее научит, чтобы она была такая же, как Дора. Будь счастливый человек, как Фима. У нас все просто вообще. Но, есть кому научить. А сама моя супруга говорит, это показуха. Поэтому наберитесь немножко терпения. И я то, что я написал к этим дням рождения, Сопочка, я вас поздравляю от души. Спасибо. Желаю много счастья, радости, здоровья. Вот. Я экспромтом написал вам пару слов, но знаю, что вы достойны самой большой поэмы. Вот. Спасибо. Но это дело, я надеюсь, у нас много-много лет впереди, и мы добавим и исправим. С днем рождения, дорогая София! Спасибо. Ты как цветок в оранжерее, цветешь и красивее всех. И в доме пусть твоем, София, всегда будет счастливый смех. И в этот день незабываемый, когда пришел год новый к нам, все с днем рождения поздравляем мы. Вперед к 120 годам! Спасибо. Я написал песню ко дню рождения моей супруги и несколько стихотворений, которые написаны ранее и позднее, я вам тоже прочту. Песня называется «Ты в жизни моей, как солнечный свет». Ты в жизни моей, как солнечный свет, я счастлив своею судьбою. Не верится мне, что прожитых лет немало уже за тобою. О годы, о годы, как трудно пройти нам путь наш нелегкий с преградой. Как майские дни золотые.